Я открою. У всех есть три жизни. Значит, говоришь, ни у кого из нас нет тайн? А что ты имеешь в виду? Мы слишком хорошо друг друга знаем. Публичная жизнь. Тогда сыграем в игру. Положим свои телефоны на центр стола. Личная жизнь. Ну и что потом? Пока мы ужинаем, все звонки, смс, ватсапы, что бы ни пришло, мы огласим публично. Но у нас же нет секретов, да? И тайная жизнь. Я все могу объяснить. Это звучит, как будто я люблю трахаться. Это можно воспринять и как пожелание. Вот не надо пошлости. Ты слишком любишь маму, чтобы увидеть, какая она стерва. У нее в сумочке я нашла презервативы. Что, и Роза занимается этим? Что ты несешь? Розе еще 6 не исполнилось. Я не уверена, что буду хорошей матерью. Так ты беременна? А, принимай поздравления. Да тут нечего пока праздновать. Ну, хотя бы кто-то из нас трахается. Эти знания разрушают наши жизни. Вся интимность летит ко всем чертям. Даже не хочу знать, есть ли у вас интрижка. Постой, постой, они же твои друзья. Они имеют право знать. Не хочу, чтобы мы закончили как Барби и Кен. Ты накачанная силиконом, а у меня нет яиц. Дай его сюда. Дай мне этот гребаный телефон. Играй по правилам. Суперхит итальянского проката. Новая игра в правду. Мы друзья с самого детства. Может, объяснишь, кто ты такой? И сколько все это продолжается? Подпевай. Идеальные незнакомцы. Это Стив Джобс. Я думал, он понял. И почему это мешает ему звонить моей жене?